В Хангаласском районе празднование ИЦЭХа в этом году посвятили трехлетию труда. В туристическом комплексе Артадайду, где традиционно отмечается праздник, собрались жители района, а также гости из других регионов страны, Монголии и Кореи. Подробности далее. Издревно ИЦЭХ имеет сакральное значение для народа Саха. Это день летнего солнцестояния, когда весь народ поклоняется божествам верхнего мира. В наше время он приобретает также еще один немаловажный смысл – единение народов. А сегодня я вижу, что к этому присоединяются и другие народы. И самое главное, он сейчас объединяет все народности. Это единый праздник для всех национальностей. Хангаласский улус, в котором объявлено трехлетие труда в этом году, воодушевлен большим достижением. Главному лесничему хангаласского лесничества Варваре Устиновой присвоено звание Героя труда России. Мероприятие проводим в рамках одного, и поэтому, соответственно, например, это действительно очень знаково. То, что у нас и юбилей города Покровска, первый год трехлетия труда, ну и, конечно, молодежный цех нашего улуса. Чтобы молодежь могла именно посмотреть, мы сегодня чествуем ветеранов труда, заслуженных людей, передовиков производства, и чтобы молодежь брала действительно с них пример. Тем более, что в этом году у нас действительно очень много событий, которые впервые происходят в нашем улусе. Также 2017 год объявлен годом народных мастеров. По задумке главного режиссера основного действия цеха Сергея Павлова, посередине сцены стоял кусок глины, так как самыми древними ремесленниками являются глиняные мастера. Из него изготавливают печи для кузнецов, которые начинают ковать необходимые в быту топоры, ножи и другие орудия труда. Саргланы Элина, Виолетта Засимова, Александр Ярков, НВК Саха, Хангаласский улус.